Вениамин Кондратьев вместе с руководителями санаториев и здравниц, главами муниципалитетов и правоохранителями провел совет безопасности. Одна из главных тем на повестке дня – качество сервиса оздоровительных комплексов и гостиниц на побережье Черного и Азовского морей. Возникают вопросы с несоответствием предоставляемых услуг и количеством заявленных звезд у отелей. А некоторые вовсе отказываются проходить эту классификацию. Так, например, в Сочи категорию качества получили 70% санаториев и гостиниц. В Геленджике лишь половина всех существующих комплексов, а в Анапе и того меньше, всего 17%. Нам жизненно необходимо провести классификацию. И я поражен, что главы курортных муниципалитетов не уделяют этому вопросу серьезного внимания. У вас есть самый главный инструмент, когда вы возьмите и заявите об этих отелях, которые отказываются пройти классификацию. И тогда будет ясно, что их форма не соответствует их содержанию. И тогда, может быть, меньше у них будет желания отказываться пройти эту классификацию. А если они пойдут на нее, то, конечно, они же будут подготовлены и по содержанию тоже. Тогда заявленные звездочки внешне будут соответствовать и звездочкам внутри. Мы требуем для себя. Мы требуем для того, чтобы был надлежащий облик у отелей в курортах Краснодарского края. И потом отдыхающие не говорили о ценах, которые на самом деле не соответствуют тому, что на самом деле люди хотят получить. У нас сегодня объектов, которые мы называем организованные, то есть в которые входят отели, в которые входят гостиницы, в которые входят, значит, санатории, и они все на 100% классифицированы. Речь идет сегодня о том, что не все классифицированы объекты. Гостевые дома, мини-гостиницы и так дальше. Таких объектов у нас 300. Я хочу сказать, что эту работу мы плодотворно проводим вместе с прокуратурой города, и все эти 300, по всем 300 объектам прокуратура города вышла с иском в суды. Еще один немаловажный вопрос, который затронули на совещании – организация детского отдыха. Ожидается, что в этом году в оздоровительных лагерях отдохнут 500 000 детей. Руководитель региона потребовал обеспечить их полную безопасность при перевозках и еще раз проверить техническое состояние автобусов. На детских пляжах акцентировал внимание Кондратьев. Не должно быть других отдыхающих.